просто телепортировался. Ставим. Так, кто тактику не знает, будет свакать, рассказывать я не буду. Чем могу рассказываем помочь? Только как бьем мы. Сдвигаются на... После притяжки, когда кидаются глыбы, сгибаемся, сдвигаемся по два человека в две минуты. В любые две метки. Кто-то поставит две метки. Первый пол. Второй пол с сами и ромбиками. Первую метку в ромбик, вторую в трусы. В трусах не всегда разбивают. Женя, возьми саппорт, и Войд возьми тоже саппорт, и все кидайте обмен за саппортами. Войду и Женя. Танчит в Акате и Уфовок. Будет первый танчить Уфовок. Женя, прыгай в танка прям, потом ПМом, потом переоденешь ПМ. Ребят, стою отдельно на коне. Ходите, верните саппорт, пожалуйста. Да сколько можно самолета уже самолет? Старый самолет. Давайте войду. Она зайдет. Так, Марсеза. Марсалес, ты зашел. Ленор, Каргила, вышли. Да, не видно было. Тыкните. Именно заходи, не будем начинать. Тихонько, да? Ну, во-первых. Да, я, конечно, прошу прощения. Я можно перестать там чихать, кашлять микрофон? Я хуй знает. Можно его выключить же? Ребята, да. Вы сейчас прям, прям агрессируете. Ну чихнуть вообще, чего там такого-то, блядь? Не ну, да. Делаю его по кише так, просто у себя и все. Так, выключите. Выключите. Скажите, кто это был, чтобы я выключил его. Ну, скажите, кто это был, и все, и сделайте потише. Самому надо прям, смотреть. Прям какая-то агрессия, блядь, потише сделать. Пускай только Саня говорит, вы и так дохуя звука создаете тут. Давайте, ребят, сопроты, приходите, берите, пожалуйста, скибите. Я быстро вставлю, всем привет и все. Здорово. Короче, наеми не заходит, как хочет. Твоя сестра, сумоньте ее. Заходит, заходит, сейчас. Он этот. Ну так. Подожди, где ты фласку скинуть? Пинар, тебе что-то еще дать? А сумон, сасоны. Дай мне, пожалуйста, этот. Ага, все. Следующий, ребят, зайдите, да. Марсес, ты сум принимаешь или нет? Еще, ребят. Да я не знаю, написал да, но это же не приходит сум. 25 я само не уже. Саш, Батик, не нужен сопрот? Релогни Марсенс персонажа. Ну ты шо? Да я свой выпил уже. Дай столик, Марсес. Ну давай, либо. Погоди, погоди, Саш, погоди, Саш, я в кое-что могу кидать спектность, дожрусь. Что даешь? У тебя же есть сопротки. Ну-ка. Ты зайдешь, Полинор? Да, да, да. Все, ешьте рыбу, да начинаем. Давай ты хил. Да. Суны в ретли. Да Женя, блин, сделай что-нибудь своим микрофоном. Просто пизди. Каждый звук. Офигеть, как слышно. Фокси, я даю гору сюда перед пулом, чтобы у меня была энергия. Ой, ты бета-тестер. Покал. Че, а я опять не ДК? А тебе не профит на магам за этим бит-синдру или че? У меня осколки профитней. Иди. Друг, здорово. Здорово. На друг выпадет ебать осколок, потому что такие лучшие. Здорово. Так именно магия КД с вами была во втором рейде. Кто замолчи, чел, ты заебали, бля. Печи приход. Злый ты, блядь.
тяжко будет на 85% ДПС вроде хватает. Много статов не набираете. Из-за огромного убрали на ступени. Вячеслав, сдай БР по хапалу. Майлик, нажмешь, мы вас сейф. По два человека. Ну, в три же стоит, стоите. Аккуратно. Ну, урон от глыб тоже не лутайте, а да. За левую не падает. Да. До 20% глыбы подбиваете. Иннеры 2 скиньте по хапалу и ребаф его дайте. На хп особенно. Еще одна падает и разбиваем. Разбиваем. Хватит урон от глыб лутать. Вы же не хэмп, отдыхать будете сразу же автоматически. Два хила освобожденка. Следующий отдаешь на сейф на глыбе. По два человека выше первой ступеньки, пока не поднимайтесь. Идите, пока выберется цель. По два человека. Марсес успеет клево стрелять в покате. Все остальные наверх. РДДшники, подбейте Войда. Только смотрите аккуратно. На 20% брать. Вы не разбейте его. Все, стопайте по Войду. Слах, убейте, смысле я тоже. Правую Бог подбейте. Креста разбиваем. Разбили остальные. Сейчас более-менее до двух правой малого урона. Бегайте, пожалуйста, не надо. Только усложняйте чуть-чуть вот. КПС повойку с ним. Никому. И хила освобожденка за стаками следит. Тяжко через 13 секунд. Никогда бы я не могу работать. Вот, особо громко. Через 3 секунды тяжко. Разбежались. После того, как она сядет, РДДшники не подбегает встретить квадратик. Кресту точно. Прокиньте меня, здесь так набрал. Никто не уцелеет! Ну, во-первых, спеньки не поднимайте. БД-тестер апокалипсис славно скибер для гламурища. Майлик, не забудь на сейф нажать. Уже. Два. Считал святой приоритетом войд эти цели. Стрелька среди про. Да я в кулике. РДшники остаются с кресту, типа там уже падает. Последняя глыба, перебежали на противоположный сторону. Разбиваем. Правую глыбу боль. А все, РДшники остаемся. Крест.
Первая метка ромбик. Возле ромбика никто не тусит. Лох, который крутой огонек, но закастуй СС на Солога, Джанг закастуй на Авокаде. Дневная выбежала в ром. Как только заморозит, америки почти разбили, отбежали от ромбика, да. Молодцы, блядь, что непонятно, отбежали от ромбика, разбили, которые рядом, РДДшник, либо. Следующую в трусах не разбиваем, Джанг побежал в трусы, зубы воет, Джанг. Хендрейник точно не подходит. До 20% выбу. Не разбивайте его. Стопнули по глыбе. Клео выбежал ромбик. Ждем, ждем, ждем. Клео подбейте, РДДшники. Дали Геру, разбиваем вначале в трусах. Следующую в ромбик выносите. Числавность, ромбик побежал. Отбегите от ромбика подальше. Милики, как только приморозит. Что непонятно, блядь. Чё так много? А пока уйди в трусы. От трусов отбежали. Разбили трусы. Следующий ромбик. Славный стинер по Полинору. Андрей, как сможешь по Эле. Бета-тестер в ромбик. Побежали от ромбик. Разбили милики, пошли ромбик. Андрей, дай БР по Эле. Следующую в трусах не разбиваем. И у Макс в трусы, и нажми этот майлик массей. В Акате нажми массей. Уйди, уйди, уйди. Не разбиваем. До 20%. Сейчас все метки будем 3 хила в трусы выносить. Полинор, иди в ромбик, вынеси. С таким не скидывай. И сразу Полинор надо будет. Рано занес во фрейм босса разонес, блять. Непонятно, во фрейм босса не заносить. Минус этому, что там, Юмакс, да? А что я сделал? Ты во фрейм босса зашел, ты уже бил с нами. Отдай его, и Андрюха, минус. Пробуем бить, конечно, но это... Минус Майлику, минус Эли два раза. Если точнее, Кею. Я освобожден, минус, типа, чешу, я ж не бил ничего. Ты зашел во фрейм босса, и мы за стаки не сняли. Если глым кидать хорошего фреймбосса, то стакеры скидывают это вайп. Ну, тебе нужно 5 хилов, вот на. Так у нас вообще 6 хилов. Кто еще в хим? Ну, 2 хапала, 3 ршама и холиприст. 3 ршама, кто еще в ршаме? Сполинор, Скеби, Дибета-тестер. Ну давай, Вадим, Везло. Тогда. В ретрика. Хотя мы вон сейчас 6 килов, блядь, поумирали. Как вы издыхаете? Я вообще не понимаю. Давай откопало, что успешность, потому что нахер на милике. Нормально, милики тоже домой. Я имею в виду, освобожденка на хилов вешается, и потом на второй фазе ты не прохилишь. У нас не было почти освобожденки на хилах, мы не из-за этого поздыхали, я не знаю, что хоть что-нибудь просто не сидел, ничего не дохнет. Нормально было. Ну, я знаю, почему дохнут. Могу сказать. Так и не забрасывают. Да. Мы не освобожденки сейчас вздыхали, освобожденка по хилам я сидел, вот как-то красиво было. 2 максимум, на 3 ни разу не было. Из кастеров очень много. Ладно.
Короче, сейчас будут двойные минуса за ошибку. Не хотите так учиться, будем так. И потом тройные. Блять, что у вас там на вклад погибели произошло? Всегда будем. Всегда так будем делать. Что одни и те же ошибки заебало, честно слово, делать. Давайте при стабах и помчали. Марсес, где там заходишь? Гип. Так а за АФК ты не даешь, а ни хера. Что-то туда даешь, сюда не даешь тоже. Давай как-то по-быстрому тогда. Алло, я написал, что у меня забакался ДБМ, я перезахожу. За АФК не даешь, говорю. Какой АФК? Где АФК? Кто АФК? Да постоянно кто-то АФК из нормально. Ну так ник говори, кто сейчас АФК. Сколько самонили, ни хера не самонился, никто не бежал, стояли просто. Блять, так. Давай зайдем в этот платку рейд, и все будут молчать. Да, мы согласен, заебали, кстати. Честно. Давай перекинем, если у кого есть права. Кто-то пиздец какой-то. Что, кинул? У меня нету вам Никита этого сопрота, кинь этому тебе либо Вольга. Это Еля, а чё ты без сопрота? Дай ему сопрот. Полетели. Пока не переходим. Да Женя, блять, выключи микро, пожалуйста. Нагали припоты. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души. Саша, это было не меня. Сессы закастуйте так же, но там. Три хила освобожденка следите за стаками. Притяжка через 3%. Потом выше первой ступеньки не забегаете. По два человека. Первый массейф отдает у нас Элла. Выше первой ступеньки не забегаете. Скибиди прохильте. По два человека, Полинор, бэттестер. Элла, не забудь нажать. Смотрите, 4, бежите. Клево, беги вперед, просто вперед беги. Нормально, все хорошо. Повезло. Тебя спас. Так, Иннер, тщеславность по Элле. И все, пока. По правым меткам чуть-чуть больше. Но не разбейте. Все нормально. Слово, смотрите аккуратно, чтобы метки не разбил справа. Разбили. Сейчас хорошо, кстати, метки поразбиваем. Почти идеально. Молодцы. Сальву помогу, закиньте кто-нибудь определенно. Андрей, потом как сможешь, тоже им по Элле закинешь. Скоро будет притяжка через 2 секунды. Бежали. Не надо бэра брать. Застакни, не следите. По Элле. Сейчас в Акате ты нажмешь массейф, сату на мастер налет. По два человека. Отдавай часы. Между центральной и правой, смотрите аккуратно.
центра. За центральной, чуть-чуть правее центральной. Левее центральной. По левым меткам РДшник, помогите немножко. За центральной. Последняя разбивайте. Чали разбиваем, помогаем. Милит правая тоже еще есть. Левую лапку. Притяжка 15 секунд. 3 хила. Сбегали. После того, как она приземлится, РДшники, не сбегайте. Стоящий крыса. Славно стиннер по Ленору зальешь, Андрюха по скилю. Выше первой ступеньки не поднимайте, бегите, пока не уберете цели. И Элла ты первую отдаешь на сейв. Слава, постарайся их тебе забивать. Скоро дать. Пускай. Кого? Все, Ленор полный, по Элле отдать. По Элле, да? Да. Последняя стала. Смотрите, немножко правее, чем центрально. Разбивайте. РДшники, напоминаю, крестик остаемся. Все. Переводим босса. Первый ромбик. После ромбика не стойте. Вы лишний глыб наполутали. Нет. В прошлый раз Слава, это тебя тоже касается. Чё ты стоишь? И Полинор. Не отходил. Немножко правее. Ну, сейчас не выйду. Сейчас Хазибир или кто там, а пока у ромбика. Может чуть-чуть левее ромбика, только не под лицо не видно. Милики пошли разбивать ромбик. 4 хила освобожден. Посмотрите за стаками аккуратно. Очень аккуратно. Хилы тоже. Скипите, побежал, поскипите зубы. Не сюда, трусы, Женя. К Синдре никто не идет. Казибир, нажми гимн на хп. До 20% подбили. Стопнули урон, стопнули урон по глыбе, стопнули. Никто не бьет. Сука, да тихо, их не надо. Все, нормально, отбежали. Назад чуть-чуть. Следующую в ромбик. А, там занесли в ромбик. Геру, дайте милики, идите, разбейте в ромбик. Следующую в трусы, Элла массейв себя выйдет, когда в трусы. Джанг в трусы, Элла массейв. Милики отбежали от тебя. Андрей, как сможешь, отдай БРБ числавности. Разбили глыбу. Дебафните числавность, дайте еще одну геру. Апокалипсис ромбик. Милики пошли разбили ромбик. Числавный стиннер по Элле. 5 секунд. Как откатится. Следующую в трусы. В трусах не разбиваем. Нажми массейв пока. Беги назад, Казибир. Назад, быстрее. Назад чуть-чуть. Хорошо. Где стиннер? Не разбиваем. Следующую в ромбик, если что. Стопнули, стопнули. Отбивайте потихоньку. И разбивайте сразу милики в ромбике идите. Хазибир, гимна, нажми гимн на ману. Майлик, выбеги в трусы. От трусов отбежали все. Назад немножко. Разбили в трусах и выносим метки куда попало. И убиваем босса.
Полинор выбежал. 4 хила, освобожденка. Добивайте просто. Дневная, нажми гимн на хп, если есть у кого-то еще гимн на хп, нажмите, и массы вы отдайте у кого есть. Абсолютно. Энлит выбеги просто куда-нибудь из рейда. Без разницы. Просто куда-нибудь. О, Грац. А, Сенджикс, зря не пошел. А я хотел пойти, но... Он еще никому не нужен, да, наверное? Ну, на успех пойдет, да? Не, Сенек не упал. Мог бы и на маги пойти, получается. У меня еще лич есть, ебать. А потом на маги куда же? Мы же ходили второго раза. Нет, конечно, если драйв, ты ебаный импульсер. У меня, короче, освобожденка тапочки скидывается, остается 2 секунды, я снова начинаю кастовать. Она, сука, перевешивается и стаки не скидываются. Я просто охуеваю. Сюда пошли на лича по фаске. Ни масса, ни фасок, нихуя у меня нет, блядь. Вот это синдром бьем. Ну, как без масла бил. Ладно. Никакого нет, никакой, блядь, говняной фласки ДДшной. Остальные. Ебать, бля, ну... Блядь. Ладно. Какой-нибудь лок пробежал уже к мечу? Да. Конечно. Все, давайте. Все, не бегите больше никто. Ой. Не знаю, давайте. Только кто уверен в себе. Не, Фокси. Сколько пока, там? Пока бежим, вопрос Славе задам. Слав, ты разбирался? Я вообще не... Спасибо, дорогой. ШП который. Не. Я прям просто вообще хуй знает. Ладно. Сацуна, либо Майлик вступала. Кто из вас? Я спехнусь. Давай. Бэтик, давай, ДДшник. Все. Женька и... Женя, сделал квест, кстати? Надеюсь, что сделал. В Акате. Жень. Женечка. Вот это. Отлично, да. Очень хорошо. Все, давай последнего Юмакса Фум. А, он здесь. Тактику все так вы должны будете знать. Кто не знает, вообще 5 ВП. Вы это предупреждали. Дайте кто... А, ВП стоит. Чего бафов так мало? Чего-то не хватает. Все, готовность на пол, тогда стоим все в рейде. Все в рейде. Диспелить будет Сасуна. Рыбку покушайте. Как раз запускается. Масла дэшного нет, наверное, пока. Ну, у меня, по крайней мере, точно. Это ты, Маш, себе. Я себе намазал уже. Я уже помазал. Все, запустил босс. Выпей ДД, если не... Если хотите, под сапротами останетесь, ничего страшного. Урона хватает, главное сделать, надо. МТ-шит у нас... В Акате ты на этом. Шутаре. Ты в курсе, что вальки быстро летают? На ком да. На этом? Ты на боссе, Жень. Баф можно там, нет? Дайте баф твою максу. А у нас мелихосты нету, да, вроде? Ладно, присобал, дайте, пожалуйста. У вас бэтик есть, значит, мелихосты должен быть. Ясно, все. Сам дает туда барабан. Дайте баф твою максу, нажмите приплат. Да уже не надо. Хорошо, Женя. Я вижу. Потом по возможности еще больше подделай. Подбегите под лича, прям под жопу. Напоминаю, никто не диспелит. Диспелит 11 секунд, больше никто не диспелит. Дневная, что непонятно, числа у нас, что вы там стоите? Нет. Диспелить будем в этот сразу же.
рейд парментами. Числа у нас сильно поскиди. Андрей как сможет, потом умер по спиду заболел. Женя, что-то так высыхает. Сам проблемы. Дайте лапу крестобаф, чтобы поймать. Главное, тоже по скидке, да, и уже не полтора миллиона оверхила. Ебать. Че я сдох? Там в лицо шарху зашел. Залет, блядь. Ну, знаете. Потом БР отдашь. Дадим. Играйте по этому. Отдашь, Сандрюха, ты мне БР. Локи, если есть СС, закастуйте СС на локате и этот, ну как короче, как это должны быть. Крутой давай на локате и данк на уход. Андрюха, как сможешь, иннер по скибиди закинешь. Смотрите, по валькам сейчас придется нормально так играть, они очень быстро летят. Шаркаря убейте, короче. РДСники, сыграйте по шаркарю. РДСники, сыграйте все по шаркарю. Перебежали. Женя, держи на себя моба. Сводите и моба, и шаркаря. Под жопу, подошли, Геру дайте. Уже. Мне числовность БР, дай. Готовьтесь меня ловить. Разбежались РДДшники. Ребахните мага. По валькам играем. Миник тоже разбежали. Вынесите с подвале эксперимент. Все нормально, все под жопу. Шаркаря добейте. Еще 9 и 20 тысяч. По валькам прям все играют. Абсолютно все. Кажется, что не будет играть. РДшники разбежались. Мельники тоже разбежали. Только далеко не убегайте, потому что вальки вас не похватали. Печенька, смотрите. Играем по валькам. Подведи плеча ближе к валькам уже. Потом вернешь в центр. Что-то по мане есть? Да, ходи бир сейчас. Тотемы есть? Убегали. Ну круг. Вы дальше круга не убегайте, потому что. Полинор выбежал. Он прохильте. Под жопу ключу. Дай БР, Андрюха, по барменталю. По валькам сразу переиграем. Дайте еще одну Геру. Не барменталю. Разбежались. Марсес вынес. И вернулись под жопу. Сонный Синер по Войд Спириту залей. Забираем, ладно, забираем. По валькирам
сразу играем. Как только появились вальтиры, разбежали сейчас дэшники. Нилики бейте почти до конца. Разбежались нилики тоже. Че не космос, на типа мы разбежали. Ромбик надо добить, РГДшники, ромбик. Вернитесь, полюбейте. Хорошо. Центр босса верните. Так, Андрюха, как опять с ними по Полинору зальёшь. Сейчас будет и вальф сразу, и осквернение. Разбежались, дальше этого круга не убегаете никуда. Вакати. На Вакати лужа. Все, нормально. Лок, перебегай к нам. По валькам играем. Вальки не успеют лететь. Блять, одного человека продадим, короче. Убиваем вальку вторую. И переводим лича. Все, забежали все к краю. Массивы готовьте. Ты и я поиграем по сверкам. В кого летит сверка, тот отбегайте. Хазибир. Хазибир. В рейда выбегайте, на пол сверка летит. Что за хуйня? Ясно. Я не заходил под лицо, блин. Помоги ей по сферкам кто-нибудь поиграть. Разбейте сферки, но сферки не бегите. Под лицо к духам не идите, по духам играйте. Жатва душ скоро. Элла, нажми массейв. Он не. Сацуна, нажми ты массейв. Я прохилил. Я отдал массейв. Я видел уже. Сусани, есть бабл? Да. Половишь духов тогда. Бабл. Сквернение. Сквернение, смотрите право-лево, пока не подбегайте к боссу. На Фокс Вульфе. Выбегайте туда. Тебе под жопу ключу. Вакати поднимите. Санька, иди лавинов через бабу. Подходит. Осквернение. Право-лево РДДшники разбежались. Милики потихонечку тоже. Вынесите осквернение. Опять перебежали под жопу ключу. Круто, гонёк. Выбеги. Все под жопу. Так, Барменталь есть, мой бабу? Если есть, иди лови. Барменталь половит. Клео есть, бабу? И следующий раз. Нажми массейв, Клео. Все, ты следующий ловишь. БТ-тестера прикрыть. Осквернение право-лево разбежали. Следующий Клео половишь. Осквернение на гламуре. Никита есть просто этот глыба. Ты после Клео ловишь. Клео делай. Сквернение 9 секунд. Разбежались право-лево. Андрюха, залеешь и нарпо скипите как сможете. Сквернение вынесите. Сейчас главное. Полинор, Илья. Перебежали на другую сторону. Никита через глыбу, только станет главное правильно, то он не сработает. Ну, уже этот тут половит. Мат. Жми. Жатва душ, нажми, Саня, массейв.
мои лика прохилить. И право-лево разбежались. Уже. Ускорение последнее вынесите и добейте босса. Только переведите на другую сторону. Гламур опять вынесите. Давай Эва на всякий случай, ты ловишь мобов на всякий случай. Скорее всего не понадобится. Тебе диван въебали? Добиваем. Я еще зубы ебанул, думаю, нихуя, у меня зубы сильные, ебать. Дай мне, Андрюха, еще два минуса. Я не знаю, что я второй раз сдох, но дай тоже. Ты зашел под лицо к духу. Я не... Ну, хрен его знает. Я не стоял со всеми. Они с другой стороны. Вот, визг души, гневный дух. Я вижу, кто сдох от духа, но я стоял... А че мне три? А че мне Юмакс минус три? Я два раза косячил. А двойное? На втором раз двойное, я понял. Саня, что-то не очень в итоге этот топорик. Ребята мне написали 1% только на хилил. Ну и что, 1%? Зато он 1% лучше, чем на хилил. Про какой топорик, который... Сейчас 2,4 у тебя процента топорика. Это вопрос, вопрос на засыпку. Мы сейчас в Геру сразу. А чё мне мой дали? А смело, да? Ни одного эрдружки нет. Зачем нам эрдружки? Если какого-то хила нет, не значит, что идти не надо. Потестить? Не, пойдем. Как босс бегает, посмотрим. Как вы бить хотите, мне интересно. Бить будем так, как ты скажешь. Бля, вот видел схему? Это тут при чём? Видел там на стаке какую-то хуйню, там чума типа 4 секунды висит и фунтики отдает. Я только не понял фишку. Да, ну, я не знаю. А пока упал. Не. И вампирик как-то. Короче, блядь, странно опять хуйня. Тут надо Тейлм Ивент перезабивать полностью. А, ну еще и Глор выпал, понимаю. ГЦ Глора. Это единственные две шмотки, которые мне нужны были с ЦЛК. Сейчас фурики порадуются. Да не переживай, их заберут. Почему не переживаем? Плюсуйте, кто ПД принял. Какие токены Синдры там? Завоеватель есть? Ладно, я потом начислю сейчас. Просто присоедините в гильдию, кто этот принял КД. Я потом начислю. Полинор ты уже получал ЕП за замену. Это еще те, кто не получал ЕП на замену. Короче, квик ЕПшным по мейну он никому не нужен. Но... Че, ЦЛК хэм понял, да? 10 ов, да. Числа у нас 10 первый написал. 10 раз Клео 100. Числа у нас 200. Числа у нас 200 раз... 2, Клео 300, 500. А, он на мишку. Я думал, уже все, РДД роль. 100, раз, 2, 3, кидай мне. Дальше. Пушка, клятвохранитель, ханты, котики. Котиков вроде нет. Энлит первый поставил. 10 раз. Здесь... Кидай обмен. Квадратик на себя поставил. Ну, правда, если сделать, то уже не 12% вашего хилла. Глора. Барменталь 10. Раз. Так вот, Дим, у тебя же ебана этот грань, играть в горы. И макс 200. Грань посильнее вроде. О, Глора посильнее будет. Пока, Саша. 350. Ну, я согласен, что грань посильнее будет. Ну, я о чем говорю. Глора, может.
Я извиняюсь, не грань, а глора. Глора. Ну там глора. Чуть-чуть. Ну, вы решайте сами, мне это похуй, хочешь, надо. Ну, фуриком оно покруче. Типа, следующий тут надо смотреть, типа, если там ты условно как какой-то вакате будут собирать шлем следующий, то ему, соответственно, не надо. Ну, понятно. Те, кто не будет собирать, так им надо давать. Ну, пусть и пайсы. Все надо, нет? Вадим 700, раз. Два. 800. 900. Но объектив-то ретрику меньше шапнет, чем фурику. Этот человек новый. Поэтому 950. Раз. Два. Тысяча. Раз. Давайте быстрее только. Два. Три. Кидай мне, Вадим. Поздно. Но быстрее надо думать. Ты что, мы идем прям? Да, 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 идем. Перекурить пока да, есть. Вадим. Че, надо, надо прыгать и умирать. А, ты улетел. Ты улетел. Да, в идеале прыгнуть и умереть. Давайте токен сейчас. Воин, охотник, что-то там. Вот это. Надо кому? 10 макс. Раз, два, три. У меня таких два штуки. Надо два или один? Не макс. Кидай мне. А я умер, можно сейчас? А что, я чё умер тут? Я что, не прыгнул? Так работает здесь. Спасибо.